Давайте. Я очень рад, что я Оронто, в Торонто замечательные зрители. Я знаю, что много русских. Картина выйдет в Канаде, называется «Монгол». Ну, это, по-моему, такое мое лучшее кино на сегодняшний день. В картине она рассеянно выйдет в конце сентября, и вообще она выйдет в мире. Так что всем удачи, приходите смотреть.